Мы как фактически мы как сомневаемся. Мы так. Но мы должны начать эту игру по своему бороду. И сейчас поработаем одно упражнение. Интересное это упражнение. Мы поработаем его динамично. Это когда нужно встаёте и выставляете. Вот когда вам остаётся движение медленнее, и здесь обязательно работаем медленнее. Поставайте сильно поработать. Когда встаёте, выставляете, делаете движение. Нож забирается. Значит, забор ножа идет, обратите внимание, забор ножа идет по движению направления. Ось. Вы просто вращаете, продолжаете. Но это вообще не делать. Не надо. Пока вообще ваша задача продолжить движение противника. Помните, я вчера говорил, оперативно-периферийное зрение. Не смотрите на ногу. Левша смотрит вправо, правша смотрит влево. И забираете ее, уходите, ножки работают. Разобрались вот это, пошла работать. Мы будем работать как бы, ну, по той программе, которую мы наметили. Будем, то есть, 2,5 минуты поработали, потом курили, как вариант. И, значит, я сегодня обязательно буду такой маятник. Когда у человека вытаскивается нож, или просто становится в позу какую-то, боевую, и человек отбрасывает по этой линии. Почему? Опасность. Опасность, так, но почему по этой линии? Именно. А система маятника заключена в каком варианте? Раз, и ушел с линии атаки. Вот это движение маятника сделать очень сложно. Почему он накручивается? 1,5 миллиона в одну сторону, 3 миллиона в одну сторону. Всех отбрасывает сразу вот от этого варианта. То есть по линии. Сначала, я вчера говорил, психология идет, и потом уже идет динамические движения какие-то, действия. И поэтому по линии отбрасывать, потому что человек не может свалить психологическое вот этой руля. С коридора. С коридора, да. А вот когда ты научился, раз и уходить в сторону, но уходить таким образом, чтобы даже ножки убрать, с его линии атаки, он остается пустой, когда только проваливаешься. Идет удар прямой. И он у меня еще под контролем. Он провален, но еще под контролем. И отсюда. Да. И я его взял. Все что угодно. Вижу. Медленно. Аккуратно. Потому что это очень опасно. Идет удар прямой. Уйти, вот есть широкий маятник, какие у нас варианты широкого маятника, а есть более сжатый маятник. От прямого удара, смотрите, раз, подождал, и позвоночник сыпал. Ботинки, короче. Понятно, да? Потому что идет волна. Идет атака, я подобрался, и вот его. И тут вам говорил, что он едет. И все повторно. Значит, маятник. Захват идет до груди. Значит, первое. Одно мы знаем, когда нас схватили за руку, да? Мы начинаем освобождаться, начинаем что-то придумывать, делать, крутить, творить. Это один момент. А после этого идет вариант, как не дать захватить. Идет захват. А сюда раз. И сразу. Ну это ладно, еще. Я просто
когда идут удары такого плана, открывание черепа, прокрутку, естественно, и оттуда там по голове этим бить нельзя, лежачим. То есть вот должен человек попадает в элемент праворемельницы. Поэтому, значит, ну чего начнем? Давайте сделаем сегодня вариант, пока он вариант динамического. Идет захват. Обычно хватает себе. Особенно сейчас. Амир, немаловажно. Идет захват. Обратите внимание. Спокойно, аккуратно. Начинаете отбивать захват. Значит, руки могут пойти так. Руки могут пойти и так. Попробуйте на опять же, возвращаемся к варианту медленной скорости, войти на медленной скорости. Смотрите внимательно. Раз. И так, чтобы ноги пришли. И в любом параметре, что так там будет разминка, медленная акробатика, и одновременно работа. И никогда не задумывайтесь над приемом. Думайте о чем-нибудь хорошем. А женщине. Вперед. Это очень серьезная вещь, работайте мозг в тишине. Попробуйте то же самое, что в тишине. Не подсказывайте партнеру, потому что вы в этот момент ему мешаете производить действия и работать против его мозга. А теперь в тишине то же самое. Ничего еще. Значит, любое движение, просто это как разминка, медленная акробатика. Любое движение не повторяет, чего он не придумал, ничего не задумывается над своими действиями. Он отсюда, я отсюда, он сюда, я сюда. И мозг. Пробуем, 5 минут работаем. Значит, сейчас опять. Проходим ножками и друг другу параллельно. Движение раз, движение два и потом. Здесь работа на линии, так называется. Надо через толпу пробежать. Их много, 5 дней. Значит, шаг. Или на линию, или за линию ногой. И как будто споткнулся. И вот здесь присел и старайтесь смотреть под 45. Вот сейчас, если Саня, да? Стоишь вот где-то под 45. Вот так. То есть движение аккуратно. Ну-ка попробуйте только аккуратно, не дыша. Попробуйте походить. Давайте. У вас никогда не будет получаться, когда вы смотрите, что вы делаете. Вот это оперативное зрение воткнули сюда и начинаете вот здесь вот. Вот как смотрели куда-то, думали о... Значит, думали о другом. Вот раз, подошли спокойно, встали, проверили себя, спешить не надо. И отсюда, типа, опа, и сработали. Ну-ка давайте, здесь. Сначала вы работаете, пожалуйста, вот так, чтобы нога стояла хотя бы на линии вот этой. Вот это надо. Когда вы немножко объем наберете, вот такой, роняйте. Ну можно уже будет после этого объема делать и так. Раз. Видно, да? Но здесь у нас много объема все равно. Тишина в зале. Значит, эта штука, она очень опасна. Дело в том, что когда приспособление выполняет, работает с помещениями,
вылетает, ломается колено, ломается вот этот сустав. Вот этот сустав ломается, вылетает. Поэтому здесь надо работать очень осторожно, это первый момент. Сейчас я немножко коснусь вот этих мелких запятых. То есть я встал на линию, присел. И вот когда присаживаюсь, я еще по венам вот, дорабатываю. Обязательно. То есть, нагрузка на зоны, а вы присаживаете, тогда это работает. Не просто присесть, а раз и так. Здесь работает. И присаживаете, все с. Я сейчас вам скажу одну интересную вещь, а вы попытаетесь ее понять. Значит, вас прихватили, вы сделаете шаг назад от ноги, рука касается, и ногу выставляете сюда, под ногу, такую. Теперь обратите внимание, это очень интересный момент. Я чуть раз, видите, он отсел. А теперь обратите внимание, я свою ногу еще мимо своей вот этой ноги. Видите? Вот это уже все просто. Еще раз. Сейчас вот в этот момент вы постараетесь, я вам постараюсь объяснить, вы видите, и наработаете. Это школа. То есть от того, эти корни по биомеханике не отталкиваются. То есть вас перехватили, в этот момент человек приседает. Делается шаг. Поставил, переобратите внимание. Раз. Чуть подсадил. Перегрузил. Перегрузил, да. А теперь спокойным образом, мимо своей ноги, проносишь ногу его, вытаскиваешь. Не выбиваешь вот туда, как обычно у борцов. Уводит. Да. А уводит. И плюс работа, когда он держится здесь, работает туда, и уводишь ногу. Получается уникальный вариант. Сейчас она работает, просто давайте вот эти мы сейчас раз, сделаем. Раз, и что? Опа. Чуть-чуть подсел. Сделайте по частям. Я сюда скажу, опа. Пошел раздетый, сейчас люди увидят какой-то ненормальный, голый. И психушка закрылся. Дентисея. Что, сильно болел? У него это самое, у него тремор серьезный, вот по хирургии как раз идет. Потому что он гимнаст, бывший акробат, да? И он это голову выткнулся и включение малыша и ручки туда работают. Машины попадают, когда стреляют. Ну да. Вот. А сейчас пойдем дальше. Есть у кого-нибудь спичка, там заучить? Ну, не гоним. Спички нет, что ли? Спички? Да. Есть? Тащи. Привыкли. Не сейчас потом берет эту кубку. Опять же, на ней родители. Ребят, вы только обычно беру 8 вилок.
подвешивали вот таким вот образом. Вот и видно вот так. Центр масс. А как она висит? Нет, центр масс. Значит, это, значит, геометрия. Кто мы не мог, кто технический вуз заканчивал? Я начинал заканчивать гуманитарно. Ну да. Ладно, добро. Значит, где центр тяжести? Родные. Точка. Ниже пробки. Под пробкой. Под пробкой. Где? Ниже пробки. Нет. Вот три из этих. Ну, на этой линии, не то чтобы здесь. И так искренне. Поэтому никто не сложен. Он вот у пересечения. Вот тут. Вот тут. А нет точки опоры. Если кто есть такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам, учили в школе? Mm-hmm. И потянул за делит угол пополам. Yeah. Математически центр тяжести, вообще центр тяжести по математике, будет вне точки опоры. Иначе мы. А это стоит на механике. Я вам докладываю. А это психология ваша. То, чем вы занимаетесь, живете и так далее и тому подобное. А может вот так 8 билок будет вывести? И на одной спичке будут висеть по две вилки, на спичках это самое такое. Вот будет. Сюда? Конечно. Нет еще вилки? Нет. Давай. Вот. Все появляется. Смотри, что происходит. Интересный вопрос. А ты зря мать ходил. Сейчас дальше пойдем. Есть. Каждый раз спичку нам купили. Смотрите, да. Я аккуратно потихоньку покажу вам, чтобы вам было сейчас. Это, кстати, вот снимает. Сейчас по-моему держу немножко. Вот это вот варианты строительной механики. И как вот военным, я имею в виду. Там, здание построили, мост взрывать. И если делать. Мы это вам не говорим. Ну, берем и начинаем спокойно работать. Почему не себя? Шайтан, майтан. Шайтан. Нечестная сила. Все дружно. И вот так вот раз, и тренироваться. Это исключительно что-то на штуке. Ну и с подводки. Вот, ребята, так вот, я что хочу вам рассказать потом. Значит, дело в том, что это восстановительная механика, и вот когда мы начинаем разбираться с этими вещами, это психология и логика. Значит, 12 месяцев в году, 12 минут полный отказ, 12 минут глаз спасителей, 12 минут зодиак. Все это совмещается. 7 недели, 700 градусов, 7 минут повторяю до них. И они тоже совмещаются. И вот когда мы начинаем вот это все организовывать, вы знаете, есть такая детская игрушка, может кто-нибудь видел, кто постарше, калейдоскоп так называемый, там вертели, там кусочки выбираются, там куриные цветные узоры разные. Вот. И вот когда мы знания берем и начинаем и их обрабатывать вот таким вот образом, значит, человек заходит на проблему, на любую проблему заходит таким образом, что он ее решает быстро. И находит ту дверь, которую никто не выходит. А это связано с временной функцией решения проблемы, и так и с различными другими вещами. А потом говорит, слушай, я за полгода не мог решить, а ты за 3 часа решил. Такое. А потому что когда знания собраны в единое целое у вас, и они, вот как тот же самый кубик Рубика, думаю, да, и вы когда этим вещами начинаете управлять, все знания у вас. Вам столько комплекса, да, вам только надо научиться ими то, что мы сейчас пытаемся сделать. То есть повторение мать учения, мы возвращаемся на элемент, вот, как бы это все увидеть, повторить и сделать. Вот. А с другой стороны, мы как раз и вот это формируем себе, вот это, купили ключик, каждый, то, что я вчера говорил, каждый
там заготовку получил, тереш его сам для себя. И это твой замочек, который ручком своим ты открываешь, это все бедует. Это же самое главное. Надо понять. Ну, пошли дальше. Во. Хороший момент. Там где-то трубка была. Так. Ну, не хватит еще, да? Сейчас я что-то... Просто чувствуешь холод? Да. И вот представь себе, что этот холод пошел в тебя и как бы... Где у меня моя водка пива, которая питала меня у тебя? То есть пьешь тоже почищаешь, да? Конечно. Да, снять тебе негатива, прошу. И все ушло. Я, конечно, ребята немножко утрирую, но у нас же, знаете, как в России, без юмора жить нельзя. Если еще не смеяться над самим собой, так вообще крышу увидеть во время ПВЛ. Значит, это один момент. Все, давай. Это по методам боевой реанимации, кстати. Вот. Сейчас как раз, ну, я не понимаю слова, совсем, честно говоря, я понимаю, какой вид, знаю. Это сейчас вот, вариант идет на стройке энергосистемы. Немножко поправили. А теперь будь добр, это будем спасать. Это как? Хорошо или плохо? Нормально. Все хорошо. Нормально. Самое главное нормально. Так, как остаточное сокращение головного мозга снимать такое, что я не показывал? Это лучше, ну так. Это вот когда, сейчас я покажу вам более детально, как с помощью шнурка от ботинок снимать остаточное сокращение головного мозга. То есть, давай, свободно.
водку. Все, бывает снег. Чуть-чуть. Что бы еще? Сейчас я помню. Ну, водка, по-моему, мы мыли. Не бывали, мы не чистили. Вот, это вот как раз руки, значит, ноги. Восстановление идет вот эта энергосистема. Это первый момент. Там шнурок вытащите из самого, из юбки. Папа, вытащи шнурок из этого. Это быстрее сделать? У меня руки молодые. Хотя он пальцы подергает. Разобрали, потом собрали. Что же неправильно, а? Да, хорошо. Теперь это самое. Жек, можно включить? Давай, присаживайся. Да. Да. Значит, имейте в виду, значит, что такое остаточное сотрясение головного мозга? Первое. Это когда человека ударили, или там чем-нибудь, скажем, кулаком, у него есть остаточное сотрясение головного мозга, потому что черепная коробка, она немножко как бы, ну, смещается, будем говорить так, да? А мозг, она подвешена на ниточках черепной коробки, это вот и тоже имейте в виду. И когда при любом изменении погоды, любое изменение погоды, значит, перепад давления, и начинает голова болеть. Ну, таблетки помогают, но на какой-то период времени. Почему? Потому что, когда вы едите таблетки, она попадает в желудок, расширяется, попадая в кровь, все это дело. И, естественно, потом эта штука расширяется, все это гораздо подобное. Для того, чтобы башка не болела, потому что вот особенно у боксеров, у ребят, вот, если попали там головой, да, достаточно сотрясение головного мозга. Это смещение черепной коробки. Как она замеряется? Мы берем, предположим, шнурок от нашего тапочка и завязываем таким образом, чтобы узелок, здесь ближе, на ямке, значит, завязываем узлом. Вот, завязали. И смотрите внимательно. Мы по носу проводим линию и выводим ее на шнурок. И снимаем и смотрим. Вот здесь натянуто, а вот здесь повесим чуть-чуть. Вот это уберем, Николаевича, и начинаем, вот как арбуз, голову мять. Крестом. Сначала крестом. Вот это мы сделки. Ставить. Так как происходит смещение костных тканей, мы ставим в нем как арбуз. Когда арбуз нужно тащить, то же самое с башкой делать. То есть такие уже силы что ли? Да. Потом вот мы пришли крестом, и сейчас вы смотрите внимательно. Вот таким крестом, то есть на это. Здесь больно. Да? Ну да, есть. Это вот элемент. А здесь вот находится элемент питания крови мозга. Может быть, особенно в этих точках местах. И вот мы начинаем работать вот таким вот нюансом. Берем, подходим по кругу. Пусть этого никогда голова болеть не будет. Будет все хорошо. Берем. Не садитесь никогда на вас. Мы вам советуем. Называется умный лось и дурную голову. Прости мне душу грешный, извини. Вот мы сейчас кровообращение опустили. Теперь мы берем, включаем кровообращение в мозг. Это работа с ямочкой пошла. Пошла работа здесь, вот эти места. Теперь берем аккуратно положение. И не бойся ничего. И все, потихонечку, аккуратно. Выводим. Юлька, папу твоего в порядок. Все, что останется, то мы здесь. У меня хоть до дома довезут. Потихоньку. Теперь обязательно
Ну, ребята, запомните вот эту вещь. Зака не гонит, слово. Нет, ну ладно, ладно, ты потерпи еще. Ухо раз. И это ухо. И сюда. Ну даже там скрипит. А теперь берем и начинаем колдовать. Все плохое забираю. Хорошее остается. Все плохое забираю. Хорошее остается. Давай, отец Владимир. Жив и здоров. Можно на мне, чтобы я ощутил, чтобы я потом... А можно через перерыв, Николаевич? Можно. Сейчас я перекурю только. Я пока настроюсь. Попрощаюсь. Потому что, да, тебя... И шнурок, ребят, мне шнурок оставьте. Доктор, я буду жить. Ну, очень хреново. Шнурок оставляй. Я сейчас обязательно, потому что тебя там обязательно посмотрю. Шнурок. По ощущениям. Куда чуть-чуть смещен. Вот он у меня чуть-чуть туда. И вот начинает выводить отсюда. Ну это более тупо работает. Ну, это более тупо работает. Вот ты его захлопываешь, выводишь. Это более тонкие вещи, конечно. Это не как бы. Сейчас лучше говорит. Сейчас вообще пусть хорошо. Называется нарвался. Он попробовал. Ну сейчас это, перерыв. Давайте немножко сделаем перерыв. Чуть-чуть. Хотя бы 10 минут, 15 минут. Потому что это работа. Ну, я с Николаевичем работал. Не терпит суеты, как говорится. Такая, не торопись. Так, ну ладно, хрен с вами. Сиди, ты нарвался. Закрыл галки. Михалыч, я можно на нем немножко другой? Здесь бы хуже не было. Сам пришел? Нет, я его туда просто на мне грех. Закрой глаза, смотри в темноту. Как только что-то будет меняться, просто не открывай глаз, рассказывай мне, что будет. Что будешь видеть. Сейчас я тебе пошлю белый экран. Как только он появится, скажешь, нет. Это не гипноз. Есть. Сейчас я тебе дам этот белый экран, да? Видишь его? Сейчас дам картинку. Значит, будет зеленая трава, солнечная поляна, зеленая трава, и сам себя там увидишь. Как только все это произойдет, сразу мне скажи. Сначала появится как бы поляна, потом появится. Смотри, свет. А? Светло. Светло. Ну, как солнышко, да? Да, да. Хорошо, пошли дальше. Это мы называем телевизор. Никакого гипноза, ничего. Что сейчас? Так, хорошо. Видишь зал, вот, в котором мы находимся? Да. Так, добро. Так, людей видишь? И вот, видишь, сюда бы его находиться. Я хочу, где к бабе есть, где? К нижней части. Так, нижние. Только ноги, да, как? По пояс. По пояс, да, да. Хорошо, ну, пока хватит. Так, сейчас. Потом мы тебе экран чуть-чуть. Мы тебе открываем это. Иди экран. Ну, приблизительно вот так. Ну интересно, да?
самое. Раз. Солнце светлеет, все светлеет. Да. Сначала мотор был. Чисто похоже, когда здесь, а нет? Друг другу. Здесь потом человек может полностью закрытыми глазами работать, видеть, да, в темноте. Ну, не, ну он там чуть-чуть вот потом вот он поднимается. Я только чуть-чуть немножко, я там немножко движу, чуть помогает. Но гипноз не вводят. Это имейте в виду, что в интернете мы это делали. Угу. Когда там пару человек у меня видели все. То есть в зале они закрытыми глазами. Дети обыкновенные. Так, 15-20 минут. Выйдите, подышите, отдохните, расслабьтесь. Одна пустота. Ящик. Значит, ну давайте поработаем. Сейчас освобождение за две руки, обратите внимание. Снятие. И забор. Руки подошли. Вывели. И забрали. Теперь. После этого, чтобы вам было чуть немножко поинтереснее, обратите внимание, вот этот вариант. Вы всем корпусом тела жаром сделали движение. А теперь обратите внимание, просто вот выше. Вот этот, вот эта часть обязательно работает. Сделали уход корпусом. И одни руки, 75 килограмм, такие вы жаркие руки не были. Ну, я все равно эти руки разобью с позиции шага, с позиции кровеса, динамики. Выйду и доберу. Вперед, вот. Боковой. Вот с этого начнем. Теперь не с боковой. Это для вас будет интересно. Вперед, работаем. Памяти Сергеевич не видно. Значит, ну я сегодня после обеда немножко покажу, но сейчас на трешке покажу немножко. Ну, знаете, что с правой стороны находится печень. И вот, кто занимался боксом, значит, вот пьяный к вам докопался, пристал, печень ему ударили, он тут же сразу штаны наделал. Знаете об этом? Моментально открывается эта дура и все. Это один момент. Второй момент насчет печени. Удар. Дело в том, что у нас печень находится вот эти два, значит, повыше, два плавающих ребра.
И когда ты бьешь по печени, это касаемо ударов, так, чтобы удар был направлен под 45 градусов солнечного сплетения. Снизу вверх. Да. Причем можно бить. Я немножко покажу сейчас. Аккуратно. Можно бить. Значит, когда бьют вот таким образом, есть когда бьют вот таким образом направление удара. А после этого есть третья величина. Когда просто так вот раз, коснулся и отошел. И труба. Что? Ну, вот этот вариант, это вот в памяти Сережки Вишневецкого, потому что он меня все время гонял по этому варианту. Это называется касание смерти. Сначала пробить, а потом коснуться. Нет, просто коснуться. И это эти. А удар пошел. И удар намного мощнее, чем это удар вниз. Ну, напрягите, собственно. Чуть-чуть немножко. Вот. И здесь будет синяк. Это так, чисто волна, без замаха, вот оно пошло движение. То есть ты свой вес, вот почему кнут стреляет, да? Ты свой вес заряжаешь, и конец волны уходит в эту точку. Вот этот вариант выбирного. Уже не говоря уже об этих вещах, Михаил, что ты знаешь эти вещи, там, когда редуктором пробиваешь, там, да еще с приседом, да еще с волной. Это вообще трудно. Ну, ты, парень, здоровый, уйди. Чтоб тебя подровнять, там, да? Да. Видишь, оно все нормально. Да, и оно нормально будет. А потом берешь, как раз, раз, так, он все. Встал. Ну и поехали. По чуть-чуть. Просто отбегать? Думать. Ладно. Значит, сейчас обедаем. И, значит, после этого, ребята, тетрадки, ручки, и я вам подаю программу. Распишу, расскажу, вы запишите программу 90 дней, то, что я обещал. Да, честно. Ну, полтора. Давайте полтора, пока доедете, пока тоже до 10. Здесь столовые видите? Да, уже ходили вчера в столовую. Даже по печи не пить не надо. Есть нужно все воды. Чуть не отравили. Не посмешите. Да нет. Серега, не отравили. Не ходите. Хорошо. Мы туда идем, наверное. Давайте. Зачем там?
Днем начать сюда. Нет, не ерунда. Крути его, крути. Умница, не трогай. Хорошо отсюда. Ощущения.
работа идет с ножами. Старайтесь не просчитывать. Сейчас немножко ты сосчитал его. Вот. Мы делали... Отлично. Мы делали... Классно. Не трогай! Не трогай! Значит, мы делали такие вещи, когда... это в Екатеринбурге было. Когда я нож метаю... Вот метаешь сначала тут, потом я ставлю человека. Вот. В него метаешь, он делает шаг назад или шаг вперед. И нож вверх и топает. Это вот первая сила. Сначала ты принимаешь на грудь, а потом принимаешь на спину. Это канал Шума, о чем мы все время говорим, на варианте 90 метров. На подзапись. Вот. И есть элемент, значит, когда даже камень летит, он шумит. А если ты, есть такая позиция, когда, Михаил, ты, наверное, знаешь этот вариант, когда сел на канал шума, сидишь на канал шума. Что такое сесть на канал шума? Это есть шумы опасные и есть безопасные шумы. То есть смысл такой, пришел домой, уставший, лег, там жена, там на кухне, что-то делает, там гастрюля упала, там подвисает, дети бегают, кричат, ты спишь нормально. Но как только, к примеру, когда ты спишь, кто-то у тебя в замке начинает ковыряться, открывать дверь, вот этот шум, шум опасности, ты по нему просыпаешься, как по будильнику. Будильник, я говорю. Значит, такого же мы вот сейчас с вами здесь разговариваем, автоматом очень. Моментально внимание будет туда. Мы прекратим, прекратим общение и моментально обратим внимание туда, потому что это канал шума опасности. А так как шума много, надо их расчленить, выделить из них хорошие шумы или плохие. Это делается очень хорошо весной. Лежишь дома, спишь. Утром проснулся, глаза не открывай. Послушай. Шум в квартире. Потом внимание перенеси на, там, на подъезд. Ну, это, а потом уже нужно. Потому что весной воздух чистый. Идут вот такие вот капучки. А ты лежишь и думаешь, так, какая женщина, в чем она одета? Это для вас я уже помню. Или идет такой пьяный. То есть, и вы начинаете уже, как бы сказать, по шуму, будем говорить так, выстраивать образ, я бы так объяснил. Это вот будет программа, которую я люблю. Хорошо, удобно машину оставлять. А? Удобно машину оставлять, чтобы в машине усилитель был, магнитофон, лежишь, ночь, и спишь, и слышишь, кто к машине идет. Скрывать ее идут или мимо проходит. Uh-huh. Это я уже тренировал. И чуть раз услышал подозрительно, я смотрю в окно. Нет, ошибся. Чужую, да, можно спокойно продолжать спать. Уже спишь четко, всю ночь. Да. С другой стороны, здесь есть одна опасность. То есть, когда хотят машину кто-то вскрыть, а если формы, они материальные, да, и когда ты постоянно беспокоишься о своей машине, ты это беспокойство переносишь на пространство. На объект. На пространство. И он проходит, он, может быть, мимо хотел пройти, а раз почувствовал беспокойство. Раз ты беспокоишься, значит, можно идти. Потому что если ты нельзя открыть, ты не будешь беспокоиться. Так, ну сейчас пошевелимся, а потом сядем за нетрак. Добро? Да. После обеда. Или сначала? Может, поработаем чуть-чуть. Сначала порываем. Так. Значит, сейчас поработаем немножко по физике, которая проходит. Сюда полуга. Правый боковой. Идет. Как его снимать? Как он снимает? Да? Это из системы мастера. Напомню, что это не снимаем. Смотрите внимательно. Вот он ратует, а то его снимает. Еще.
как бы так. Сейчас не будем там у нас ангаров. Ваша задача, значит, почему? Смотри, внимание. И по 45 не упал. Значит, тут можно разделить, если вы разделите, ну как бы на таком месте. Давайте попробуем. Бьет боковой, оттуда раз, делаем. То есть вот это создание сборки, создание рикошета. Вырабатываем. Рука у нас здесь конусовидная форма, здесь тонкая, здесь тонкая. Конусовидная форма. И здесь конусовидная форма. Значит, вариант. Вписаться куда? Еще. Пожалуйста. Раз, вписался. Еще. Раз, вписался. Попробуйте вот сначала вот это. Значит, боковой и, ребята, еще один момент. Значит, первое. Вписаться вот так. Двигай. Поработайте, пожалуйста, вот на такой скорости поменьше. Очень медленно поработайте. Почему? Потому что необходимо прочувствовать. Если я говорю, привыкли. И чуть посадить. Давайте поработаем с одной рукой сначала. Это то, что касается верха. Все же. На тебя. Говорю всем. Еще. Идет через сюда. Раз. Писали. И постарайтесь вписываться вот тогда, когда рука еще здесь. Это один момент. Второй момент. Смещаться. Система маятника. То есть смещаться с точки удара. Вот я сейчас стою на точке удара. То есть мозг работает у него. Программа заработала, а я так смещаюсь, одновременно отправляюсь и оказываюсь в этой вот позиции. И постарайтесь вот поработать, по-медленному поработать, и по-медленному поработать. Ходить еще раз. Ходить, не так. Вот будешь, сверху. Раз, остановил. Теперь ее просто прокручу. Вот крутишь. На осевой. Не давить ни в коем случае. Любое давление, это точка соприкосновения на большом скоростях. И тебя сбивает. Но я выиграю, потому что я нападаю на ком. Да? Поэтому на встали, стоечку. Сейчас видите, покажу. Вот пошла рука на шею. Все, проверну. И сейчас и отшар. Отлично. Держи. То же самое. Раз и. Раз. И еще. Когда делаете будет дергать отшар, вот этот вот вариант мы взяли. Здесь главное, чтобы работали ноги. Вот эта точка. Сейчас эту ногу назад потяну и к ноге, к колену направо. И теперь будет динамика. То есть идет туда, я снял. И вот. Ну, хотя бы поначалу хотя бы вот это посадить. Посадили. Вот вам. Для эффекта. Отсюда, отсюда, отсюда. Раз, вышли. 90 тысяч килограмм. Работает. Значит, войти в голову. Значит, помните, мы когда дальше вот этот магнит мы делали. А это теперь другой вариант. Ну то же самое, только сверху. Отсюда раз, вот я поехали. Значит, давайте поработаем. Не будем заниматься, грубо говоря, половой акробатикой. Я готов сюда появляться. Показали некоторые вещи. Значит, Значит, напало много человек на тебя. Взял и упал. И лежит. Что получается в этот момент? Ты ему руки выключил,
Он тебя только может пнуть одной ногой. Но если ты знаешь динамику, то он будет, когда тебя пинать, он стоять будет на одной ноге. Есть? Значит, ты стратегически выигрываешь. Руки ты ему нахрен выключил, прошу прощения. И оставил его вращаться как на циркуле. Будет так, да? Медленно. Идет удар, показывает. Вот, ну, пинает. Вот. Вот я получаю. Не надо его обработать. Еще. И он начинает падать. Сначала, значит, первое. Давайте отработаем простую вещь. Просто встаньте спиной. Чуть поближе. Значит, вот такая позиция. Значит, здесь ножки пошли сюда. Это потом сюда. И так, чтобы он упал. Ноги можно развивать. Кстати, теперь тяжелые. Я понимаю. Здесь, ребята, вот помните, старые вещи. Вот это вот. Вот это. Вариван. Хранят. Вот. А вы попробуйте отработать вот эту вещь. Смотрите, не могу. Значит, он попал к вам вот в такую позицию. Вот, нет. Значит, вы только раз, и немножко раздвинули. Я немножко покажу большую борьбу, понял. То есть очень признанный вот этот вариант там. А есть еще такая штука, очень интересная. Как раз и раз. И отдать. Ну-ка попробуем. Значит, первое. Ну, давайте его. Вот я 4 кубика. Выкинь так, чтобы было все одинаково. Даже не две пары. Это уже не турецкий гамбит. Поехали. Три, четыре, две шестерки. Буду вам вот эти вот два кубика докинь, чтобы были хотя бы шесть. Еще одна четверка. Шестерка вышла. Кидай. Всегда. Видишь, умница. Все докидывай вот эту четверку. Чтобы было шестерка. И ты задачу ставишь. Еще раз. Она останавливается на положительном варианте. Умница. Вот теперь уже русский гамбит. Российский. Так, теперь, значит, тебе задание, вот этот маленький кубик бери себе. И мы сейчас немножко поколдуем. Михалыч, можно я? Можно. Нужно. Смотри внимательно, здесь у нас 1-6, да? Попробуем сейчас немножко поколдовать. Так как у нас здесь 1-6, сейчас попытаемся определить ту черту, которую ты выбросишь. Только рукаку и ноги. Ты его взял, так и держи. Так. Спрашиваю, что сейчас будет? Пожалуйста. Один будет сейчас. Единицы нет. Мы сейчас проверим как раз маятник. Меня, тебя, и все другие. Видите? Так, теперь заряжаем на 2. Покажи мне, пожалуйста, будет число еще 2? Выпадет число 2? Да или нет? Нет. Мы начнем потихоньку сейчас разбираться со всей этой бедой, а потом я вам уже дам, когда мы ее оценим. Не будет ни единицы, ни двух. И мы сейчас останавливаемся на этом нюансе. И ты кинь кубик, посмотрим, что сейчас происходит. Кидай. 5. Бери кубик. Значит, 1-2 не было. А проблеме надо подходить более тонко. То есть единицу сказала нет, двойки нет. Дальше мы ничего не задавали. Идем, работаем дальше. Что сейчас будет? Будет сейчас единица, выпадет сейчас единица, да или нет?
Спасибо большое. Вот, спасибо. Это тут так работает, да. Необходимо научиться с маятником. Будешь сейчас двойка? Да или нет? Покажи мне, пожалуйста. Двойка не было. Не было. Так, спасибо большое. Через слово спасибо и через пожалуйста обязательно сейчас. Тройка, покажи мне, что будет сейчас тройка. Тройка выпадет, да или нет? Обратите внимание на маятник. Это работа тройки. Но мы не будем спешить. То есть называется не торопиться. Четверка. Скажи мне, пожалуйста, четверку. Да или нет? Четверка пошла работать обратно. Видите? Значит, мы засекаем тройка, четверка. Мы это все отметили. Причем четверка работает очень видно, да? И против числовой стрелки еще возможно. Ну-ка. Единица. Пошли дальше работать. Какое бы ты число хотел? Сказать или заказывать? Заказывай. Говори и кидай. Три. Кидай. Пять. Это пошел зеркальный вариант. Помнишь вариант? Помню. Пять, а вот это два. Возьми. Постарайся сейчас настроиться таким образом, чтобы не показать или не отметиться, не сдать мне экзамен, а ты сейчас будешь давать экзамен без самих собой. Понял? Значит, мне надо число три. Кидай. Кидай! Держи, подожди. Ты у нас самый молчаливый и самый умный. Внутри самого себя. Повтори тройку. Все умею. Чего я сюда приехал? Живем долго. Пора его дальше. Держи. Говори, хочу, чтобы было три. Так оно есть, так оно будет. Слух только. Хочу, чтобы было три. Так оно есть. Так оно есть. Так оно будет. Так оно будет. Кидай, родной. Опять два. Опять два. Понимаешь, ислам не готов, какая-то. Восток готов. Так, теперь давайте сделаем так. Ты в руки кубик. Раз, ты в руки кубик. Два, три. Кубик три. Значит, сначала работаете в руки. Значит, насчет и раз, кидайте кубики так, чтобы лежала у меня пара. Хочу, чтобы была пара. Так, вы так оно будет. Теперь я заказываю вам. Работайте. Кидайте. Умница. Так, кто? Не трогай. Кто за литром бежит? Кто у нас водку не пьет? Ухожу, ухожу. Приблизительно вот так. Умницы, молодцы. А теперь попробуйте, ребята, разобрали кубики, и ты подключаешься. К этому секунду только, значит, расслабьтесь. И мне надо, чтобы из трех кубиков все одинаково лежало. На счет и раз, и раз. Ну ты на блоке. Четвертый раз можно кидать. Третий. Третий. Подобрали. Прокрутили в руках. Взяли в руку. Остановились. Расслабьте руку. На соблоку уходи. Чтобы дышать. То же самое. Чтобы дыхание было.
Значит, хочу, чтобы у вас было все одинаковое. Тебя тебе. Подвел. Серега, перебрасывай, пусть уже. Перебрасывай, будет. То ли ты ночью плохо спал. Перешил, наверное. Несколько негодяев. Теперь я буду всегда. Тоже негодяй. Так, поехали. Сделай так. Хотя бы одну другую было. Это резкий гамбит. Просто дело тонкое. Добрасываешь это. Нет. Секунду. Давай, добрасывай. Не. Сделай. Заверши его до конца. Пять. Кто там? Смело. Тебя уже позвели. Вот когда вас начинаешь наказывать, себя тоже позвели. Это уже литр. А ты по всем пройдись, они сразу выкидывать начнут. Мы сделаем на Кальяти сразу этот... Выручку. Выручку, да. Ладно. Себя тоже позвели. И везем Толенинский вензал. Юля, покажи этим дядам, как она работает. Да, нет, нельзя. Это пиво. Вот я без пива деньги не едет. Мужики, ну блин, что ты думаешь, нет? Саня, я привез. Если ты будешь накидывать. А тут уже нечего кидать, но когда 60%, то ладно. Давай. Чего поделать? Литр водки заработал сегодня. Пошли дальше. Смотри. Показали, скажем так, из сотни. У тебя около 20-20 евро. Просто если... Никто не помнил план. Не задумывался. Четыре повернули. Просто на вопрос. Пошли выбрасывать. Это чисто работа для себя. Для игры со своим собственным я. То, что мы пытаемся сделать. Потому что я вам говорю, что вот это кувыркание, это очень хорошо. Но на каком-то периоде, на каком-то этапе. Но надо двигаться вперед. Выпала тройка. Не надо ее повторить. Я должен ее повторить. И вот я начинаю сдавать экзамен. Ничего не получилось. Это вот вам для будущей работы. Очень легко, вернее, очень хорошо, когда ты начинаешь, ну, грубо говоря, 4 кубика разные там по. Глазки закрыл и пошел. Раз, два, три, четыре. Смотришь результат. Две четвертые. Вышло. И любой бросок, он не случайность, запомните, это еще сказал Вербель, случайность своим Господа Бога, честно. Поэтому надо повторить еще четверку. Не повторяется. Значит, не получается с одной руки, значит, работаем с другой. То есть пытаемся сразу себя, ну, как бы сказать, вот всю жизнь живи, всю жизнь учить. Мы себя как раз изучаем сейчас на данный момент времени. Значит, держи. Кубик. Раз. Все. Два. Три. Четыре. Значит, давайте сделаем так. Я тебя хочу единицу. Тебя. Пять. А тебя не надо два. Три. Короче, надо спецтренировку проводить.
садиться, ставить. Литром уже не отделаешься. Говорил. Говорил. Вот. У тебя сейчас будет 6. Тебя. Один. Никто не стреляет. Что хочешь? Сам хочу. Тебя. Дальше никто не будет. Собрали кулик. Ну-ка, пару выйди. Что там? 1.5. Добро. Пару. Один, два. Ну, где-то пара шагов. Моя. Берем элемент, на пышне сидишь, Юля, сейчас с ним вдвоем на пару, значит так, глазки посмотрели друг друга, только не так глупо. Ну я ласково смотрю. Я ласково. Он через прицел только смотрит. Ласково, ласково. И сказали, хочу пару. Мысленно или друг другу сказали? Да, да. Кто? Хочу пару. Ну почти. Почти не считается. Почти не считается. Это сюда, а это будет туда. Нет, тоже. Ну ладно, разобрать не тратить. Снимемся. Значит, программа 90 дней. Сам для себя. Если день перерывался, значит, начинает все с нуля. Ты сам себе сам себе ребята, сразу в этот нюанс включитесь. То, что значит, когда ты сам для себя взялся, ты сам себя обмануть не сможешь. На диске. Значит, 90 дней. Утром, вставая, утром проснулся. Открывая глаз, послушал шум. То, что я вам говорил, про это говорю. Значит, сначала шумы внутри квартиры. Это, естественно, по-моему, шума называется. Вот, внутри квартиры. Потом перенес внимание на подъезд. Потом на улицу. Особенно это хорошо делать, когда это вот весной. Потому что воздух чистый, разреженный, все расцветает, и руки более. Более звучные идут. Не открывая глаз, послушал шумы и определил источники шума. Шумит холодильник, протекает унитаз, или там капает кран, и вы определяете, как только вы начинаете слышать шум, но не определяете объект шума, вы открываете его раз, и идете к этому шуму, определяете источник шума. Это первое, это называется естественный канал шума. Что такое естественный канал шума? Значит, для чего это надо? Объясняю. Идете вы по улице. И вот когда вы 90 дней, ну, грубо говоря, прошли вот эту программу по посадке на канал шума, значит, есть такое понятие белый шум. Все слышали. Дело в том, что даже предмет еще может не лететь по этому направлению, но уже белый шум, белый, да, есть такое понятие, белый шум, да, идет, канал открывается для полета, ну, грубо говоря, кирпича. Ну, что самое интересное, когда вы начали работать с собой по каналу, послушайте это внимательно, там сейчас постарайтесь просто понять, что идут. Как только вы начинаете распределять шум по градация шума. То есть мы видим в одном диапазоне, слышим в другом диапазоне.
от сих и до сих. И так же, как видим, так и слышим тоже от сих и до сих. Диапазон какой-то есть. И слышание, и видение. Так вот, по варианту шумов. Как только вы начали прислушиваться к посторонним шумам, вы выходите на вариант того, что у вас с помощью обработки шумов вы выходите на канал шума опасности. И когда идет какая-то опасность, вас с этого места будет выбрасывать. Просто ваше тело будет выбрасывать. Это уже я рассказываю то, что я прошел, то, что у меня прошли мои офицеры. Значит, то, что наработано уже и заключено мысленное знание. Значит, идешь по улице, если ты сел на канал шума, идешь по улице. Вот я сейчас затронул вариант белого шума. Белый шум пошел сначала, потом. Поэтому вот как по каналу полетел кирпич с шумом уже, таким, который ты слышишь, потому что белый шум мы не можем слышать. Его слышат только кто? Звери. Почему не за 2 часа до землетрясения мыши, крысы там поднимаются и бегут до своих норок, когда они попадают в рядный ужин. Еще же мыши с ними нет, но уже белый шум пошел. Так вот, это все у нас есть, но только как мы ленивые, надо распределить по градациям, когда ты начинаешь прислушиваться к шумам, получается универсальная одна вещь. Значит, ты по частям исправляешь этот шум и выходишь на вариант того белого шума, который спасет тебе жизнь. Я бы так описал этот вариант. И ты выходишь, предположим, к примеру, выходишь из подъезда, и что-то тебя остановило. Ты встал, а тут мимо тебя раз кирпич упал. А так бы ты шел и кирпич по полному голову. Бывает такое, что там, грубо говоря, там, машина летит, тебя с этого места выбрасывает, машина по этому месту пролетает. Это вот посадка на канал шума. То, что вы должны делать каждый день в течение 90 дней. Утром проснувшись, послушать шумы. Дальше. С постели нельзя вставать на 2 минуты. Ни на 1 минуту, ни на 2 минуты. А я бы вам посоветовал, значит, просто скатиться с постели и покататься там, на спине по позвоночнику. Для чего это надо? Включить организм. Вы когда лежите, спите, у вас прорези жаль остаются. Кровеносная система работает в одном ритме. Давление, дыхание, температура и т.д. подобное. А когда вы прокатались по позвоночнику, то соскочились в постели и по позвоночнику прокатались. Вы сделаете такую зарядку неправильно, что не применил бы включение, а применил бы работу. А после этого пошли ходили. Почему? Медики. Есть кто-нибудь? Медицина. Кто связан? Нет времени? Нет. Ладно. Почему это происходит? Да. Подключаешь кровообращение, оно работает почки, надпочечники и все, да, выбрасывается все, что там уже будет там, если не сказано. Дальше. Значит, помылись перед завтраком, побросали кубики. По схеме. Значит, надо определить до броска, что будет. Значит, что сейчас может выпасть? Серега? 4. Да? У меня 3. Мои литр. А да, ему пусть 4 выкинет. А? Пусть 4 выкинет. После броска, это второй вариант. Кидает. Что вы два, Серега? Серега, не мучи. 5. Может, 4? 5. Смотрим. 1. И потом уже третий вариант. Бросаем.
Хочу, чтобы было 6, так оно есть, так оно будет. 4. Понятно. Я посядь. Следующий вариант. Значит. И четвертый вариант, когда. Хочу пару. Так оно есть, так оно будет. Кидаем. Смотрим. Интересно, любили они ничего. Покидали. Позавтракали. Пошли вы на работу после этого. Или поехали, или пошли. Лучше всего, конечно, пошли. И когда вы проходите, вот люди вам встречаются, неважно, дедушка, старик, женщина, ребенок, собака, вдох. Когда он с вами сравняется, на вдохе я готов, на выдохе так он есть. Ну это уже потом отпечатано, потом Михалыч вам что-то раздаст эту программу. Что это такое? Называется «Я готов». Когда ты прокачиваешь любые подвижные объекты с разных направлений на себя. Что это такое? Серега, я на тебя сейчас. Это называется так. Когда ты идешь, с кем-то разговариваешь, и тебя сходу бьют, вот это «Я готов», но пульсы. Ты сработаешь автоматически. На подкорке, на подсознании, на варианте инстинкта самосохранения. Всех прокачивать, грубо говоря, всех прокачивать не надо. Устал прокачивать. Просто ходишь по улице. Устал прокачивать. Все, остановись, забудь про эту тему. Опять захотелось прокачать. Собачка бежит. Дух уже следует. Девочка идет, там, женщина идет, там, ребенок идет. На любой движущий объект, вдох-выдох, я готов. Устал. Ты представь себе, ты что будешь делать? Как на тебя люди посмотрят? Ну вдох сделай, включай. Дайте мне это самое. Кто-нибудь, дайте мне четыре бумаги. Сейчас я вам фокусы буду показывать. Значит так. Ну, у тебя и начнем. Сам. Так, Сашка. Давай, ладно. Приезжал. Шот. Песня. Давай, как криминалист работает. Есть. Чья дама? Понятно. Чистый визуально? Визуально, да. Да, визуально, да. Как сделать так, чтобы пальчики здесь проявились? Ну, по полу потереть не можно. Что делать? По полу потереть, там же грязно здесь. Слебя. Присыпать чем? По полу потереть? Ну, такой примитивный. В туалете используешь. Умеет. Правильно. Сейчас покажу. Дожму и перекурю. А вы будете сидеть и смотреть. У нас же не обычный клинок. Правильно. Стенесса, пепел. Что он сделал? Пепел. Забивает следы. На жирное. Он на жирное присутствует. Какая реакция на жир, Юрка? Ну, когда кладываем. Ну, вот мыло по этому принципу работает. Структура мыло. Как? Жир притягивается пепел. Юлечка, докладывай, мне, пожалуйста, каким образом проявляется? Из-за чего? Правильно, еще раз. Пошли дальше. Какой процесс у чего учили? Негодяй. Докладывай. Окислительный? Щелочной. Щелочной. Восстановитель. Кислительный кислород. Сейчас мы установим. Кислительный кислород. Кислительный кислород.
давно ли ты мыл руки? Так, Жека, сегодня напомни мне, чтобы я имел это самое еще, чтобы не знали, какие вы года плохие и хорошие. Давай на завтра сегодня маятник покажи. Завтра. Маятник сегодня покажи. Маятник сегодня покажи. А завтра обязательно угадай. Да. Нужно это тетрадки с этим. Просто нет, чтобы ребята еще позанимались еще чисто. Кроме этого. Я покажу. Нет тренировки, нет мыслей. То вот поставлю, то покурить. Вот это уже называется нормальный семинар. Ребята, на меня только не обижайтесь. Вот смотрите, правильно сказали, окислительный процесс. И я раз и начинаю, все же надо показывать. И три пальчики начинаем, ну, домой скрывать. Свою ладошку, пальчики. И вот она сейчас будет проявляться. Потихоньку, аккуратно. Заодно я перекурю и буду пить. И снять это можно с любого предмета. Как увеличить насморк и